Всем привет, это наша любимая игра Клондайк. Да, это не моя игра, это старый аккаунт моего сына. Обратите внимание, 16 уровень, друзей играющих нет, вообще в принципе только 46, из них никто не играет. Проблема в том, что даже сани плохие, но сейчас я попробую, если еще есть, я улучшу сани, лунный камень. По-моему, такой камень надо был. Я даже не помню сколько, но неважно, я так взяла, по-моему, штук 5 надо было, я захватила 8, хотя бы лучше сани. Дело в том, что я хочу провести эксперимент, что можно сделать на временном острове, на него я еще не ездила, он не чищенный, не тронутый. Тут даже вот этот остров только на 3% расчищенный. Все, я хотя бы улучшила сани. Так, что здесь можно забрать? Тут особо и забрать-то нечего. Ничего такого интересного, из чего бы чего-нибудь могло, можно было бы добыть, скажем так. 12. Раз, два, все. Домой. Я не знаю, энергии мало. Соседей, играющих, нет. Но есть временный остров. С которой, понимаете как, да, сказать, что я могу расчистить его, это неправда. Я сама осознаю прекрасно, что расчистить я его, ну, никак не могу. Но все же, из него можно хоть что-то сделать, даже на маленьком уровне, что-то себе улучшить. Энергетики. Давайте оценим ситуацию. Я не хочу сказать, что это много. У меня ушло, я свой остров расчистила быстро, но у меня ушло очень много. Да, даже есть два бабаха, но не здесь. И даром не нать. Давайте попробуем. Так, сани уже ничего не влазит. В принципе не влазит. Ну что, поехали? Приступим. Остров. Не самый легкий. Я знаю, что тут камни по 165 и деревья вот эти по 165. И нам это... Да, я могла бы сейчас попробовать походить по неиграющим соседям и выбить немножко... Хотя, в принципе, я могу попробовать добить уровень, хотя не факт, чтобы, если есть коллекция, я, конечно, даром сейчас трачу энергию на цене поездки свои. Сейчас попробуем, если я смогу хоть что-то добить еще и убрать хоть один большой камень, у нас нет такой коллекции. Так, и это мы не можем сделать. Большое дерево, мы не будем тратить энергию. Гусиных яиц, ну, в принципе, это не то. Ну, ладно, давайте, играем, так играем. Так, гусиные яйца, это где-то спереди. Я даже не знаю, если у него даже клея нету, чтобы открыть это, в принципе, добраться до орлиное гнездо. Повозить столб. Это индиго. Нигде ничего, в принципе, и не светит, и не греет. Я даже смотровую башню эту и купить не могу, мне на нее денег нету. И даже если бы сейчас ее купила, я глубоко сомневаюсь, что я смогу достроить первую стадию. Так, ну что ж. А вот я только даже не обратила внимания, я когда съездила тогда, я там выгрузила энергетики или обратно повезла. Ну, ладно, неважно. Не обратила внимания, значит не обратила. Все. В принципе, себе убрала один большой камень, или даже не камень, вот тут дерево. Там, может быть, что-то бы хорошее выпало, но... Да, привезла раньше. Выгрузить. Я даже не буду брать эту большую, потому что в этом нету смысла ни малейшего. Максимальное количество энергии, которые на этом уровне, чтоб так не это, это 19, даже 20-ки нету. Но дело в том, что да, сейчас через 5 минут у меня будет 20 уровень. Вернее, 16. 16 я точно пройду, и даже, скорее всего, 17. Но есть. Это я тупанула, конечно. Я не подняла сначала то, что можно перед этим.
Да, конечно, вот так и рассчитано все более-менее под нормальный уровень, а не под такой, как у меня сейчас. В санях уже нету места. Улучшить сани мне сейчас и не светит, и не греет, потому что это надо ехать на Орлиное гнездо. А тут не расчищен еще предыдущий остров и Орлиное гнездо. Обратите внимание, что даже сейчас, вот уже коснувшись того, что я начала чуть чистить, я потратила энергию, то, что есть, я фактически почти ничего у меня не открывается. Потому что для всего надо энергии более того, чем у меня, я могу 32, вот 32. У меня максимум идет сейчас 19. Но я могу сделать 28. Опять-таки. Это значит, я могу открыть некоторые вот такие только. И все. Получается, что по большому счету, да, я могу начать, но смысла особого в расчистке таких островов нет вообще, в принципе. На маленьком уровне туда даже ехать не стоит. Разгрузить. Надо хоть вывести то, что я уже насобирала. Потому что жалко, энергия потрачена, и оно все пропадет. Троечки нет. Так. Поэтому лучше я свои энергетики заберу обратно. Эксперимент прошел отлично. Я, в принципе, догадывалась, что я ничего не смогу сделать. Хотя 16 уровень. Да, я могу сейчас быстро поднять уровень. Аж бегом могу быстро. Так, мне надо кому-то одного стукнуть, и тогда я смогу собрать на тридцатник. Где мы будем стукать? Стукать мы будем под амбаром. Я больше всего предпочитаю амбары. Давайте нам одну энергию, и мы пойдем. Есть. Потому что лопат особо нету. Не разгуляешься. Поехали забирать. И если вы даже на таком уровне хотите большего эффекта, поедьте лучше на Песню Ветра, например. И там реально сможете себе и уровень поднять, и чего-нибудь найти. Там очень много всего интересного. Сейчас я отсюда все повывожу и просто покажу. Результат от этого острова, видите, он почти фактически нулевой. Просто ж я не оставлю там все, что есть. Надо забрать, потому что все, что не забрано с острова, оно все пропадает. Да, елки-палки. Так, ничего больше. Ничего, мы еще раз ездим, Чего-чего, ну, а каши у нас, походу, хватает. Даже с того, что, видите, я привезла, энергетиков у меня ничего не посыпалось. Да, там дальше есть уголь, но нам как-то сейчас не судьба. С этим углем. Все, мне еще раз ездил, и все, я с этим закончу. И больше я сюда ни ногой. Выпало. Вообще ничего уже не посыпалось. Угу. Домой.
прошлого. Все, с островом закончено. А теперь для чистоты эксперимента мы берем энергетики. Едем на песню ветра. Так, я предлагаю сразу с маленького уровня. Уже грибы сразу не тратьте, собирайте их потом, когда у вас на более большом уровне появится возможность менять их на более крупные энергетики. Поехали. Там мы его выгружаем. Вот надо было, конечно, я сделала такую маленькую глупость, что я не привезла сюда. Я приехала без денежек. Я приехала с денежкой, я бы коровку купила. И коровка бы нам помогала бы чистить. И в то же время приносила бы молочко. Травку лучше самим не убирать, лучше оставить все для коров. Вообще здесь очень хорошая территория, это вот здесь, это вот с этой стороны. Ну, туда надо еще дойти, как говорится. С этой стороны-то не дойдете, потому что, видите, даже если я убрала бы это, оно не открывается. Хотя можно попробовать. Я обычно все время в обход ходила. Было бы шикарно, если бы оно здесь открылось, скажем так. Что там очень много сундуков, которые очень, так скажем, сильно выручают. Плюс 15. Так, это мы пока выгрузим склад, пособираем. Яйца тут у нас. Так, все, 4 места. Что можно забрать? Только жабку. И камни лишние, что привезла, тоже заберу. Мне здесь не нужны совершенно. Так. 4. Вот, кстати, плюс 20 надо было забрать сундучочек. Он как-то и не берется, в принципе. Камушек мешает. Хорош, нам пригодится, конечно. Нужная вещь. Домой. Так, теперь надо покушать. Там что-то было, какое-то задание у нас в коллекции. Это не появилось? Нет. А это что? Видит меня медвежью. И лочихи тоже нет. Ну, нет, и туда нет, и сюда нет. Так. Тут у нас цепи нужны. Для этого нужна проволока. Так, хотя проволока лучше на данном этапе быстрее всего делать в амбаре. Посмотрим. Ну, надо что посадить. Например,
не морочить голову сейчас. Один заводик, маленький, несчастненький. Надо убрать камушек и поставить сюда опять-таки. Нужное. А что сейчас акции? Ничего интересного. Совершенно. Да ёлки. Камушек надо убрать. Когда-то дарили оранжерею. А она еще и не влазит сюда. Ну, я пыталась. Одну еле-еле ставила, а вторую никуда вставить не могу. Так. Шестнадцать. 18. 33. И 35. Так. А может, я просто не убрала, поэтому не ставилась. Сейчас попробуем еще раз. Так и да, влезла. Ну и хорошо. Влезла, значит, влезла. И это что еще? Чем мы не будем размещать? Все, поехали. Так, где наши там сани? Выгрузить эти, собрать. Там где-то я видела за 20. Дайте взять, а? Там как раз то, что надо для строек. Чемоданчик неплохой. Не? Ну, ладно, я пыталась. Так, это сколько у нас? Плюс 20. Что у нас 35? 35 у нас фактически ничего. У нас или 20, или более. У меня нет места. Чемоданчики нашли лишние, ничейные. Так, сейчас тут пооткрываем. Там, по-моему, тоже какие-то были бочечки, там такое все. Так, 8 и 2 16. Так, мы никак не приметим, да, все-таки. Очень-то хотелось бы, знаете, с этой стороны зайти. А мы какое-то задание сделали, да? А, собрать звезды эти, раскопать полностью глаза Индиго. Спасибо за Индиго, мы на том острове еще не были. И туда сейчас и не светит, и не греет. Так. 5. 2. А чего же я денежку так и не сделала, когда ездила? Странная я, конечно. Была какую-то коллекцию поменять, что ли. Для денежек. Там сейчас коровка найдется скоро.
Там была коровка, я точно помню. Нашлась? Еще нет. 21, вот 19, 22. Так, ладно, сейчас еду туда отнесу. Сколько здесь? 20, 30, а этот 30. Все по 30, 25, 23. Так, ладно, надо домой. Пару ходок завести. Вот медвежья собралась. Тут была медвежья нужна. Меняем. Вот у нас плюс 47. Ага. Ну, имея 47, знаете, надо делать 50. Честно. Это 3 энергии не хватает. Если повезет. Смотрю, не особо везет. Раз. Нет, по цветами тоже выпадает, везде выпадает. О, первый мозоль. Два, еще один. Три, хватит. Даже больше получилось накопать, чем хотелось бы. Возьмем с собой для этого энергетики. У нас есть сено. Что у нас еще есть? Сено, комплект для свиней. Грядки. Ничего интересного больше. В складе не обнаружено. Ну, чтобы продав что-нибудь ненужное, сел купить что-нибудь ненужное. Такого у нас нет. Так что курочки погуляйте, пока они голодненькие. На диете. Так, это выложить. Выложить. Так, у нас можно убирать плюс 50. У нас 51. Значит, один мы где-то стукнем. Просто так. Ой, там вообще не 50, там 39, там надкусанная. Значит, тут. Ладно. Уговорили там. Я понимаю, мне большую погоду этот камень не построил, но все-таки на один большой камень меньше. Так, видите, как даже все печально, что я даже не могу это и забрать. И не могу двигаться дальше, в основном, потому что энергии у нас очень мало. Угу. Хоть подымнули, то дело. Так, 32. Ну, берем 30.
Хотя могли взять вот рядышком 32 камушек. Вот этот. А, 34. Ошибочка. Я уже хочу увидеть эту коровку. Странно. Чего я уверена, что тут была коровка? Может, я перепутала? Может быть, на другом острове коровки? Ну, тут нам только кури дают. Ну, в любом случае, маленький нырятик закончился, большой сейчас трогать жалко. Надо завести то, что есть. Конечно, если все завозить, выбирать надо в лучшем случае, конечно, тот, куда падает энергия. Но так как, сами видите, особо не разгонишься, много не увезешь, надо ездить и ездить для того, чтобы что-то вывести. Так, я сначала все-таки чуть-чуть съем. Пускай будет 27. Ударов 40. Кто-то что-то пишет. Все, поехали. А чего я приехала сюда? Кошмар. Чистила этот остров у себя на в Одноклассниках и по привычке решила сюда заехать. Так. Это мы собираем. Я возьму это такой один или такой, сразу нет места. Разгрузить, он еще яичко нашла. Вообще ничего хорошего не выпадает. Это я загнула. Десять и три. Домой. Тут хоть энергетики выпадают, это радует. Так, наверное, я накормлю хоть одну курицу. Для этого мне надо что сделать? Мне нужны деньги. Деньги сделаем вот так. Что у нас еще? Одну такую продадим.
Что еще продать можно? Но больше ничего нет. Какой-то мелочевки еще. Все, пойду куплю корову. Так, и для того, чтобы накормить корову, мне сначала надо дать ей пару раз молоко. А что, молока нету? Да ну. Есть. Еще чуть-чуть. С энергетиками покончено. Можно сказать, смело. Хоть на правильный остров поехала, это радует. Опоздание мне объявили, что я собрала две коллекции. Спасибо на этом. Так, вывозим. А, покупаем. Ешьте. Хоть как-нибудь, но поешьте. Хоть чуток. И берем коровку. Есть. Теперь у нас есть коровки. Теперь кормим, ждем, пока они вырастут. И домой. Кстати, надо делать три энергии и убрать еще один уголь. Кстати, по коллекциям там что-то у нас появилось, а надо было собрать. Раз, два, три. Есть. Шахтерская у нас нету. Когда-нибудь будет. Неважно. Энергия. Три. Вот обратите внимание, мы с вами играли вместе. И играем 30 минут. Фактически пол уровня. Если проиграть в день пару часов, то в принципе вот на таком маленьком уровне, то уровень, то и больше можно за день легко пройти. Да так, знаете, когда нет соседей, когда на бегом, и то вот я просто показываю вам, что к чему, что можно сделать на этом маленьком уровне, чтобы быстрее его поднять. И то это я сейчас толком даже не садила ничего, и заводы еще, видите, не построены. Играл здесь ребенок, поэтому ничего не развито, ничего не построено, ничего не сделано. Я даже не обратила внимания, сколько энергии я накопала. 29, значит, еще заходим кому-то. Торт 81. Ну, я зашла сюда, здесь не заходилось очень долго, подарков от соседей я не обнаружила, это значит, что соседи не играют. Хотя написано 47. Когда-то играли, остались. Раз. Два. Так, все, можно возвращаться. Даже более чем надо. Поехали. Да, и было 3%.
на песни. Сейчас расчищен опять. Ой, 8. Это типа 5% дочистилось. Кстати, уголек просто так не это не тратим, но выпадает энергия. Так, беру-ка я здесь камушек. Я все равно выложу, не надо мне намекать, что заняло место. Так. О, плюс 50. Это можно убрать камушки крупные. И, между прочим, имея такое, мы можем сейчас даже убрать камень на 75. Сейчас просто сделаем интересную вещь. Мы сейчас будем брать только то, из чего выпадают энергетики. Так, все, больше не помещается, значит берем что-нибудь. Сейчас можем съездить еще раз, сделать плюс 75, если получится. И убрать камень на 75 легко. Сколько уже? 72. Ну, знаете, я ради 3 ударов даже не буду никуда уже ехать. Я просто копну. Да, вывести мы не сможем. Убрать тогда легко. Ой. Так все прям заставлю. Так, все, накопали. Домой. Что берем с собой? Хлебушек. Ой, и такую возьму, наверное, парочку. Пусть будет. Ехать. Плюс 75. Ой, ой, ничего не классного. Возьмем вот эту. Вот эти по 20 хорошие штучки. Мы забираем. 22. Так. Все, двигаюсь в нужном направлении. Там хорошие материалы стоят и нас ждут. Так, сейчас пособираю все. Санита. Вывести потом проще, когда если нету энергии поднять. Вот поднять, то надо иметь силы. Мне на каком-то острове подарили такую классную штуку. Теперь мне не надо иметь много энергетиков, чтобы понять, что тяжелое. Я ее выставляю на острове. И она сама все собирает. Очень удобная, кстати. Я оценила, мне понравилось. Сначала не могла понять, как ей пользоваться. Ставила на домашний остров и думала, что она мне там что-то подымет. И думала, что она бессмысленная. Оказалось, таки нет. Нужная вещь.
Так, играем. Я не знаю, вообще, в принципе, оставь мне, пожалуйста, комментарии, есть ли смысл вот в таких вот пробежках по маленьким играм. Вот, видите, я открыла то, что я говорила. И вот, вот эти подарки, многочисленные. Я думаю, что на этом мое видео, в принципе, можно заканчивать. Я сейчас попытаюсь их увести. Ой, я не туда нажала, бывает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, да? Было 8. Ладно. 8. Ну так сделаю. И все это главное сейчас сложить. Послаживать. Потом вывести. Эти мои многочисленные подарочки. Тоже что было, по-моему. Эту машину, кстати, можно убрать в склад, чтобы она не мешалась. Вот видите, есть такая раз в склад, и вы убираете все лишнее, и вы видите тогда, что вы еще можете забрать. То оно закрывает весь пейзаж, портит. Ай-яй-яй, да, вот мы не можем. Все вроде поприбирала, все вот это. Это тоже, кстати, так можно раз и в склад сразу. Если у вас, чтобы не ложить, не перелаживать без конца. Все поприбирали. А теперь есть, блин, голодные куры. Я их немножко покормлю. Потому что немножко мне нет денег. Теперь заберу сначала то, что мне больше всего представляется ценностью. Где тот чемоданчик, который я конкретно хотела? Вот он с инструментом. Это хороший. Ну, маленький склад эти заберу, и вот так. Ехать. Кстати, я сейчас, если все это повыгружать, то что у меня есть, уровень уже будет закончен. Вот обратите внимание, вот эти маленькие. Видите, с них выпадает как хорошо материал для строительства. Ну и коллекция нужна. Потом тут большой клад. Уже чудесная вещь. Посерьезнее материалы уже. Хороший клад. Реально хороший там. Вот и новый уровень, пожалуйста. Называется «Получите и распишитесь». Ну и сундучочек. Так, у меня там еще на полуровня в складе лежит. Теперь я могу поехать. Взять с собой угля чуть-чуть. И убрать камушек на 95. Я понимаю, что видео, в принципе, надо заканчивать. Я вас очень прошу, оставьте мне в комментариях, нужны ли вам такие видео на маленьком уровне, в принципе, или нет. И не слишком ли оно затянулось. А мы с вами будем прощаться. На этом все.